Коллективу поликлиники номер 8 в Сходне представили новую заведующую Викторию Едунову. На встрече с врачами и медсестрами главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов рассказал о задачах, которые стоят перед руководством поликлиники. Вот, задача ставится перед Викторией Олеговной по организации, нормализации лечебного процесса, привлечению кадров. За период ковида нам тяжело всем структурным подразделениям. Сейчас опять за 1000 вызовов в сутки. Опять огромное количество посещений. Транспортом помогаем, и министра я на той неделе попросил об усилении. Нам выделят еще дополнительную машину. По словам председателя Совета депутатов округа Сергея Малиновского, кадровые перестановки вызваны жалобами местных жителей. На регулярных встречах, которые проводились по поручению главы городского округа Дмитрия Владимировича Волошина, жители неоднократно высказывали неудовлетворение качества медицинского обслуживания, которое организовано и предоставляется им на территории микрорайонов Сходня и Херсановка. Сегодня новый заведующий был представлен, соответственно, начнет свою работу уже в тесном взаимодействии с администрацией городского округа, ну и, конечно же, с жителями. Виктория Едунова уже приступила к работе и наметила план по решению первоочередных проблем в медучреждении. Будем выводить узких специалистов опять на прием. Также будем распределять потоки пациентов. Также будем терапевтическое звено улучшать, приглашать, привлекать новые кадры терапевтов. Вот, стараться, чтобы жители могли максимально быстро попасть на прием к врачу. Виктория Едунова в течение 5 лет работала в Сходнинской поликлинике в должности участкового терапевта, заведующей терапевтическим отделением и исполняющей обязанности заведующей поликлиникой.